смысла растянуть одну пуговичку, нет? Не, нормально. Как тебя зовут? Саша. Саша. Вот. А зачем расстегивать одну пуговичку? Ну, заведет такое. Какой счет? 9-8. Симпатичный свитер, но не спортивный. Ты будешь забивать наконец-то или что? Блин, на высоко не прыгай, травму получишь. Ой, извини. Всем привет, друзья, с вами Саша. Сегодня мы залетим в баскетбольный зал свои. Перед этим зайдем к директору, спросим, когда, кто будет приходить, чтобы с ними поиграть, так сказать, в баскетбол. Обязательно перед просмотром этого топового ролика нажмите на лайк и полетели смотреть. Там, надеюсь, будет топово. О, тоже очечки. Да? Еще одни очки запасные. Ну да. Хотел спросить, когда можно узнать, когда кто приходит в зал, чтобы были люди, которые меня не знают или что-то такое? Хочешь понимать, типа, на которое время? Да, чтобы залететь. Какие нахуй рамки? Либо через меня, ну только через меня лично. Это у тебя записано или... А у меня записано, какие-то? И в принципе я на память Америка. Помню. По графике постоянных клиентов. Ну вот график, ну он вряд ли тебе поможет. Вряд ли тебе кто-то возьмет в команду. Спасибо. У нас здесь какая-то тренировка проходит, я решил. Мяч лежал здесь, я думаю, нужно его брать. А вы не играете в баскетбол? Играю. А с вами... Можно поиграть? Я не знаю, как ты вообще одет, не по спортивному сюда. Ну, это компрессионные штаны. Видишь, они тянутся. Ну, не знаю, не похоже. Легко руки поднимать. Свитер еще ничего. Это моя спортивная форма. Симпатичный свитер, но не спортивный. Ай. Ай. Алекс. Алекс. Ты с нами или просто? А, ты разговариваешь? Да. А можно с вами поиграть? Ну, это моя тренировочная форма. Сейчас прошу. Разик брошу. Дай нам поиграть. Как раз 5 на 5. Ну, можно 5 на 5. А ты не с Украины, да? А как зовут еще раз? Гена. Гена? Да, Чуге. Чуге, да. Чуге. Чуге, да. Как Туге, да? Как типа вместе. Туге, да. Да. Ну, фамилия Чу. Чу? Чжу. Понял. А играешь, наверное, как что-то этот баскетболист известный. Яо Мин. Ага, Яо Мин, да. Приехал я, значит, вчера домой. Разложился, приготовил покушать, сделал все планы и решил чутка позалипать в ТикТоке. Но по правде говоря, это мне через некоторое время начало надоедать. И я уже задумался, чем бы еще себя занять, пока мне не попался ТикТок с собачками. И тут я вспомнил, как я могу себя развлечь, причем еще и с пользой. И это, конечно же, Космолот, ведь там лучшая поддержка, огромный выбор слотов и быстрый вывод средств. Так к чему это я? Зашел я на Космо в слот The Dog House, решил покрутить его, и за несколько минут мне выпала бонуска. И неплохо так насыпало. Мега. Бам. Туда. Так что очень советую опробовать именно этот слот по ссылках в закрепленном комментарии. Ведь по ней вас ждет бонус в 100 фриспинов без отыгрыша именно на этот слот. Переходи быстрее, ведь это ограниченное предложение. Площадку. Вы будете играть? Да, у меня кроссовки недавно купил. Не, просто дело не в кроссовках. В кроссовках меньше всего вопросов.
А все остальное просто. Штаны компрессионные вроде. Я, может, постою просто хотя бы, чтобы пасы поддавать. Не знаю, зачем. Возьмем его, ребят. Нет. Чувак, ну ты не видел, ну, серьезно. Ну иди хотя бы, возьми, я должен у кого-то форму, блин. Тогда посмотрим. Уроки все сделаны сегодня. Хотя кросы нормально. Я преподаю. А кросы что, Джоу или брат старший подарил? Он преподал. Мама купила. Давайте возьмем. А если очки разобьются, что будет? Они не спадают. Ну давай уже вроде стоишь бы. Просто как-то. Хоть что-то умеешь в баскет. Ну я попробую посыдовать. Ты на стулке можешь как-то. Я руки могу поднять. О, супер! Это она? Будешь стоять прямо под сеткой. Вроде на улице по бросках делятся. Можно на мы в зале же. Вот, крутится. На кого Джордан накрутится? На кого показывает, тот уходит? Да-да. Сложно они прям выбирать, да? Смотри, они втроем, и мы вот втроем в команде. По росту распределились. Выиграй. Я кидаю за мяч. Команде, блин. А где мне стать? Где мне стать? Да слева, слева. Слева? Форк. Ну, можно и так. Что мне сделать? Заслонить? Что ты за дрот? Как оно? Получается. Ай, сори. Возможно. Так, я тут самый высокий. Значит, должен быть центральным, да? Должен стоять по центру. Я же центровой. Даже девочка может закинуть. Хорошо. А ты левша? Вот. Ну тут же ж прям я. Как тебя зовут? Саша. Саша, вот ты ему поставил заслон, и дальше все, остановился. Да, пройди хотя бы кольцо, он тебе может и даст. Давай, back to school. Так я не из школы, я с университета. Ой. Сильно, сильно, да? Хорошо. Хороший пас. Давай, давай. Прям в лицо. Так, давайте поменяемся, наверное, немножко. Что с ребятами попробовать в команде? Понял. А ты к ним обратно. Так, хотя ну, бы ладно. В равных силах будем. Бросок! Непростые ребята. Мне бы так научиться. Что научишься? Занимаешься бодибилдингом? Решаешься. Да. Ты? Да. Я нет. А так можно вообще? Ничего себе. Ладно, пора включаться. Блин. На высоко не прыгай, травму получишь. Опа. Back in my back flow, we back again so highly. Just that back in my back flow, we take the climbing. Just that back in my back flow, we bring the force like timing. Back in my back flow, yeah, back in my back flow. Back in my back flow, back in my back flow. Back in my back flow, back in my back flow. Back in my back flow, back in my back flow. Back in my back flow, back in my back flow. Back in my back flow, back in my back flow. Back in my back flow, back in my back flow. Back in my back flow, back in my back flow. Back in my back flow, back in my back flow. Back in my back flow, back in my back flow. Back in my back flow, back in my back flow. Back in my back flow, back in my back flow. Back in my back flow, back in my back flow. Back in my back flow, back in my back flow. Back in my back flow, back in my back flow. Back in my back flow, back in my back flow. Back in my back flow, back in my back flow. Back in my back flow, back in my back flow. Back in my back flow, back in my back flow. Back in my back flow, back in my back flow. Back in my back flow, back in my back flow. Back in my back flow, back
Это был один раз. Это был один раз. До первой крови играем? До последней. Спасибо. Извини, что зацепил. Так, меня всего лишь метр 80, а я забиваю за через вас. Плюс-минус. Я ждал этот момент, когда они разуверятся во мне. Спасибо. У меня это закончилось. Может, портовое кольцо? 100%. Антон, как мы играем? 9-10. Давайте, нам еще одно очко. Надо защита. Ребята, защита. Короче, давайте пособеремся, потому что это не, ну, типа, это не дело. Да, ну, да. Ты можешь активнее что-то хотя бы делать, потому что у тебя хорошо получается вроде. Ты неплохо выпрыгиваешь. Я видел сегодня по телевизору, играли Boston Celtics. Они очень хорошо играли. Да. Давайте мы также сыграем. Нет, двойной, не. Больше на Дончича похож. Только Дончич без бороды. Он толстый. А ты худой? Я. Понял. Ноги. А очки не потеют? Нет. Растянуть одну пуговичку, нет? Не, нормально. Must have. А зачем? Держать в тонусе. А зачем расстегивать одну пуговичку? Ну, заведет такое. Не забьет. Подбор. 39. Ты же их тренируешь. Походу, мою команду не успел натренировать, да? У них еще все впереди. Давай, порешаем сейчас. Хорош! Жаль, что нет угловой результативный заслон. Ладно, все, давай, собрались. Я же не зря твое имя спросил, чтобы тебе кричать, звать тебе. Давайте по-взрослому тогда. Я бы забил три и все. Тогда по-взрослому. Я работаю там. Это так какие-то. Физико-технологические. Сейчас просто каникулы начались, и я решил чуть-чуть размяться. По руках мне наклепали. Ты наклепал? Нет. А кто он? Я нарезал. Понял. Ребят, хочу с ним попробовать сыграть в команде. Давайте теперь нас тренируем.
never let. All I ever wanted was to have it all. Got close, never froze, had to risk it all. As a little boy, wish I was a little tall. Never make a league, I found out it was a little tall. Спасибо. Стальной заслон. Молодец. Вряд ли кто-то пройдет. Ты пропускаешь меня? Ты что, в очках? У тебя что, в очках? Нет, вроде ничего. Я думала, у него может какой-то там радар. Ну круто. Какой счет? 9-8. Мы? Подбор никто не пошел. Он и не нужен. Ой-ой-ой-ой. Мы не с твоей командой ехали. Вроде все. Красавец. Делали. Все, кардио у вас такое, да, было? Да. Заминочка после тренировки. Без свитера приходил бы хотя бы. Да там по-любому у тебя под рубашкой есть какая-то футболка, селфи. Не-не. Шо-шо? Блин, дашь через меня из бейчика? Как ты вообще так данки забиваешь? Блин, я не знаю, не получится так высоко прыгать. Может, покажешь мне парочку? Подбирался или нет? Нет, нет. Чисто? Ну ты же высоко прыгаешь, ты на вот это забиваешь? Ну тоже низкое кольцо. Ну как низкое? Ну покажи, как ты прыгаешь. Ну так это такое же самое. Ты, конечно, взлетаешь. Но через меня не сможешь, наверное, все равно. Ну, давай попробуем отсюда. Локоть чуть-чуть сюда. У тебя такой большой локоть. Или вся рука большая. Не получится? Вроде было. Респект тебе. А ты здесь тренируешь именно людей? Я девчонок тренирую. И бросаем немножко после тренировки. Как кардио, или да, больше? Кардио, да. Для сердечка. В удобной одежде приходите. А то вы пришли как-то сильно. Как будто летом, реально, зима на дворе. Спасибо за игру. Не тебя. Хочешь спасибо за игру. Как-нибудь еще поиграть? Ну, можно тренироваться просто или побросать мяч. Проконтролируешь, как мы будем приседать? Ну, я не тренер. У меня не физические, а физико-технологические навыки. Все равно. Я построюсь, и она тоже. Я за нее скажу. Ладно, да. Окей. Ну, давайте записывайте номер. У вас где телефон? Плюс 8-0. Брозеры, как и обещал, самый топовый ролик подлетел с ботаном вашим долгожданным. Вы знаете, что нужно писать в комментариях свое мнение по поводу этого ролика, потому что оно получилось наверняка у всех неоднозначно. Ребята, хочу вам напомнить залететь на Космолот и забрать крутые бонусы по ссылкам в закрепленном комментарии. Let's go! Я вот задумался, мои передачи вот могут смотреть какие-то а я их называю друзьями. Это как-то неправильно. Надо это переименовать, мне кажется, тоже. Уже давно, я убил уже давно. Давно ушел? Ушел, да, да. Наверное. А где такие штаны купил? А? Смотри, где адресок. На базаре. Какой? Да, им уже много лет, там дырка есть уже. Но я зашил хорошо. А, турецкий, хорошо. Понял, бирка оригинальная была, да? Бирка? Ну, Харьков? Да, Харьков. Харьков? Да, да. Оригинальный Adidas Харьков. Да.